Здравствуйте! Рада приветствовать вас на канале о путешествии и туризме в Турции. Галатский мост – еще один значимый символ Стамбула, соединяющий между собой две части города – старую и новую. Он представляет собой двухэтажную конструкцию, на верхнем ярусе которого проходит мощная городская транспортная артерия, а в пешеходной зоне обосновалось бесчисленное количество любителей порыбачить. Ниже расположились прогулочная зона и рестораны и кафе. Меню достаточно разнообразное, здесь не только большой выбор морепродуктов, но также различные мясные блюда, в основном на местный, турецкий манер. Галатский мост имеет богатейшую историю. Его перестраивали и реконструировали много раз. Конструкция, которую имеют возможность лицезреть современные туристы, уже пятая по счету. Многочисленные катера и лодки, отплывающие от пристани у Галатского моста, тоже неотъемлемая часть этого места. Если вам понравилось видео, то подписывайтесь на канал.